Игра с лучшей локализацией на русский язык. Игра про киберпанковскую резню катаной. Да и просто лучший способ потратить 4 часа своей жизни. Встречайте, Катана Зеро. Перенеситесь в очередную киберпанк-вселенную и очутитесь в роли пиксельного Райана Гослинга с катаной и в халате. Выполняйте смертельные задания и доберитесь до истины, чтобы узнать, что же это за такой странный курс психотерапии, при котором нужно устраивать резню и прикалываться. Побывайте в разных уголках Новой Мекки и встретьте на своем пути милых, загадочных и ебанутых персонажей. В конце концов, скажите веществам «нет», а психологу «иди нахуй». Простите, господин, это Рофл? Если это не Рофл, то я твоего деда нахуй, нахуй посадил, блядь! Игровой процесс Катана Зеро можно описать следующим образом. Перекат, удар, 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 перекат, рестарт. Данную игру не зря сравнивают с Hotline Miami, ведь устраивать резню и здесь, и там невероятно весело и задорно. Этому способствует наличие всего одной жизни, быстрый темп боя и божественный саундтрек. В Катана Зеро вас ждут битвы с достойными противниками. В этой игре вам даже предстоит победить босс-вертолет и жесткий пик. В ролях: дилер, анимешница, матершинник, загадка, вайфу, диджей ебан